We spend so much time at work with all of our colleagues, and everybody has their own individual set of principles, ideas, values, views. So if everybody only followed their own set of rules, then it makes teamwork impossible. So by having an overarching set of company values, it actually allows us to work together and have the same set of principles, standards, and values that we can all work together for. Командная работа, она в первую очередь предполагает осознание у человека, что он работает в коллективе, что успешное достижение той или иной задачи, оно в первую очередь обусловлено усилиями нескольких людей, нескольких профессионалов. Ну, это объективно. Corporate values on teamwork generally prioritize collaboration, communication, and mutual respect among employees. These values create a culture that promotes effective teamwork, shared accountability, and trust, leading to increased productivity and success for CAS Minerals in general. Без командной работы нереально достигнуть безопасных условий труда, работы и эффективности производства. Если вся команда думает, решает, действует так, как это задумано, в соответствии с политиками, со стандартами, с правилами, можно быть уверенным, что у тебя работа будет выполнена так, как ты планируешь, и без производственных травматизма, и без травм, и без потери человеческих жизней. Как руководитель я всегда стремлюсь объединить профессионалов своего дела вот в единое целое, в настоящую команду, которая сможет добиться важных, значительных результатов. Всегда нужно помнить, что работа слаженного коллектива – это эффективнее усилия одного сотрудника. Всегда и при любых обстоятельствах нужно оставаться командным игроком. Teamwork ultimately is collaborating with those around you to try and be the best that we can be. So everybody has individual strengths, and by combining them all, we're actually able to maximize the value of what we can produce. Сегодня группа CAS Minerals представляет собой несколько компаний. Часть компаний, основной блок, они представлены операционными, да, командами. Есть управляющие команды, и весь этот разноплановый, скажем так, внешний коллектив, да, он призван решать конкретные четкие задачи, связанные с выполнением производственных планов, связанные с выполнением там планов по безопасности. Безусловно, это сделать невозможно, если у людей не будут какие-то выработаны общие компетенции, общее представление о коллективной работе. Команды очень разные, с разными культурными особенностями, ментальными, возрастными, социальными. Вот. Должно быть что-то, что нас объединяет. В основе успеха предприятия – вклад каждого сотрудника. Общий результат – это сумма наших маленьких результатов. Это не лозунг, это наше понимание дела. I believe that these values are not just for the company. I believe that they are things that actually make us good humans and are things that we should actually show and do as part of who we are and outside of work as well. Thank you for the support that you give me and the rest of the team in being able to do our work safely, profitably, efficiently, but also thank you for the teamwork that you show. There is no one person who isn't valued within the organization, so it's something that we are very thankful of our employees. They are absolutely our priority and the best resource that we have. So, yeah, thank you all very much for the hard work you put in.